радостный такой день благодарения. Я тоже хочу сказать благодарность Богу. Не хочу остаться неблагодарным, потому что Бог явил великую милость ко мне. И в это время как раз Бог даровал мне еще 8 лет жизни. 8 лет тому назад мне, как бы сказали, такой страшный диагноз, которого все боятся, рак. И я очень благодарна Богу, что Он сохранил, что я могу быть на этом месте, что я могу Его славить. И Бог действительно очень добр к нам и никогда не оставляет. Он верен своему слову. Благодари Творца за то, что можешь видеть. Благодари Творца за то, что можешь есть. Благодари Творца за то, что можешь слышать. Благодари, что ты без боли можешь лечь. Благодари за то, что можешь делать, руками брать любую вещь, ходить ногами, бегать, прыгать. Благодари Творца за то, что разум есть. Благодари за все, что ты имеешь, за все, чем Бог тебя благословил. Все не твое, чем ты владеешь. Тебе Господь все это подарил. Здоровье, разум, жизнь, дыхание — все это Бог тебе дает. И как невеста ждет свое свидание, так Бог с тобою встречи ждет. Когда ты сердце перед Ним откроешь, когда ты впустишь лишь Его, и дверь греха навек закроешь, и будешь жить лишь для Него, тогда увидишь ты глазами то, что раньше ты не замечал, как Бог устроил все словами, луну и солнце, день и ночь создал. И как в природе все идет по плану, за летом осень, за зимой весна, и каждый день заходит солнце за горами и выплывает в небе яркая луна. Намного ли тебе глаза Господь откроет, ты восхищаться будешь им, ты будешь жить и Бога славословить, ты будешь Духом Божьим водим. Ты будешь слышать Его нежный голос, и будешь счастлив ты в общении с Ним. И как склоняется к земле поспевший голос, так с благодарностью склонись и ты пред Ним.